вами Вика, и сегодня будет очень интересное видео. Сегодня будет DIY Back to School. Все DIY, как всегда, простые, но интересные. И да, не забывайте, неделю назад я объявила конкурс, и сегодня вечером в своем инстаграме я объявлю победителя, поэтому у тебя еще есть время в нем поучаствовать, ссылочка на видео будет в описании. Ну а перед началом обязательно поставь палец вверх под этим видео, подпишись на мой канал и не забудь нажать на колокольчик, чтобы больше не пропустить ни одного моего видео. А также напиши в комментариях, какой DIY тебе понравился больше всего. Давайте начинать! Итак, для первой идеи нам понадобится бечевка, ножницы, а также ранее вырезанный карандаш, укрепленный картоном. После того, как я вырезаю все карандаши, я прикрепляю их к бечевке, собственно говоря, все. Ну а для переделки тетради нам понадобятся, собственно говоря, тетради, шаблоны наших будущих обложек, лейблы, а также ножницы. Все нереально просто. На самом деле, я могла бы отдельно вырезать розовый фон, отдельный листик, но я настолько ленивая задница, что нашла подходящий шаблон. Собственно говоря, я приклеиваю нашу обложку с обеих сторон, при этом срезаю уголки, чтобы было удобнее ее закрепить, а потом вклеиваю лейбл, подходящий мне, и все. Со следующей тетрадью еще проще, там не нужны никакие лейблы. Я нашла трафарет гриффиндоровской тетрадки и, собственно говоря, просто приклеиваю его. Ну и для последней идеи нам понадобятся ножницы, трафарет коробочки и цветная бумага, но я вам советую лучше взять картон. Все опять-таки очень просто, я вырезаю все по трафарету, скрепляю его с цветной бумагой и складываю так, как это показано на трафарете. Потом при желании можно добавить какую-либо надпись. Эта идея очень простая, но при этом очень-очень-очень классная. Gotta be hard on you now to know the truth, a bit confused, but there's a bunch of us out in the world. Я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши в комментариях, какой DIY тебе понравился больше всего. Люблю вас всех, сияйте, увидимся в следующем видео, пока!